Добрый вечер всем болельщикам спорта, а конкретно смешанных единоборств. Сегодня у нас по расписанию значимое мероприятие. Пресс-конференция и фейс-ту-фейс Маги Исмы и Владимира Минеева. И вот посмотрите, сколько болельщиков ждет своей очереди или лишнего билетика для того, чтобы попасть туда и оценить все собственными глазами. У меня такая возможность есть, благодаря Амиру Мурадову, владельцу AMC Fight Nights Global. И вот тот самый счастливый билетик от вот этого человека, Амира Мурадова. Спасибо огромное, брат. Не за что, брат. Ты один пришел, надо еще взять свой билет. Чувствуется, здесь жара намечается? Конкретно намечается жара сейчас. Вот он себе жару организовывает. Не, я так. Я устроил правда. На кого ставишь, Амир? Сегодня на фейс-ту-фейс. Я так болею за Магу, а на фейс-ту-фейс не знаю. Кто взорвет танцпол, так скажем? Мне кажется, оба взорвут. Заранее приведу катать. Будет ли драка или не будет драки. Амир Мурадов, посмотрим, как все получится на самом деле.